дорогие друзья, с вами Ульяна, специально для сайта всесоки.ру. Сегодня мы готовим удивительной красоты конфитюр, эдакое сыроедное варенье, такой яркий сиропчик с клюквой и мангольдом внутри. Нам понадобится 200 граммов мангольда, 200 граммов клюквы и 400 граммов меда. В моем случае это греча-подсолнечник. Он сейчас густой, засахарившийся, и это то, что нужно. Протыкиваем наше будущее варенье деревянной шпажкой, чтобы как можно сильнее растворить кристаллики соком. И накрываем фольгой. Конечно, такой конфитюр можно сделать и без дегидратора, но для этого придется ожидать настаивания 2-3 недели. Поэтому мы просто воспользуемся шикарнейшим дегидратором Excalibur B5 производства США и оставим варенье всего на 12 часов при 39 градусах. Смотрим, что же получилось. Наслаждаемся видом и аккуратно складываем содержимое в баночку. Он такой сладкий, вкусный и необычный. Надо то и дело протыкивать его деревянной палочкой, чтобы клюква выделяла как можно больше сока. Добавлять еще мед, и это будет неиссякаемым источником. Техника предоставлена компанией «Все соки», а лучшая техника только у них.